вместе с вами участвовали в приемке очередных объектов, вы сами все видели, все фиксировали. Мы надеемся, что недостатки будут все-таки устранены в положенный срок, что не возникнет больше никаких конфликтных ситуаций, все-таки мы увидим то, что считается установленным с нормами действующего законодательства. Надеемся на диалог и установим срок для устранения недочетов, которые ранее также были зафиксированы. И будем работать в этом направлении. Наша задача – получить качественно выполненную работу, а задача подрядчика – исправить недочет и все сдать нам, как полагается. Технические моменты, специалисты технические нам в обязательном порядке разложат, покажут, чтобы комиссия все увидела и оценила. На замену бортового камня у нас два контракта. Один на сумму 580 тысяч, там 395 метров погонных. И 1660 метров, это улица 40 лет ВЛКСМ и улица строителей, 1 700 000 контрактов.